тут и я. Стало сегодня как свобода. Там спортсменка. Боже, как красиво. Ну, успокойся, говорю. Доброе утро. Доброе утро, друзья мои. Сегодня у нас на районе вот такой базар из деревни, деревенский, можно сказать. Иду по делам, мои 10 тысяч шагов, и еще по делам там. В банк хочу пойти. Прохожу мимо. Не могла вам не заснять. Маслинки. Маслинки все сейчас разгружаются. У нас все есть дома. Все есть дома, покупать нечего. Как пахнет цитрусами. А тут вот и кушают. Такой вот базарчик. А я пошла по парку с цитрусами. С утра город спит, мало людей на прохожих. Вот это старая Велидия, старая мэрия здесь. Дорогие, оказывается, я не записала, столько я разговариваю. Иду сейчас с сирийской улички. Зашла, не знаю куда. Наверное, неправильно зашла. Не. Надо повернуть. Повернуть надо. Не туда зашла. Кстати, какие-то подружки сзади непонятные. Вслед за мной пошли, как я вышла сюда, и они повернули. Вот это сирийская улица. Купила я себе в Мигросе нутовую муку. Нутовая, это гороховая. Помните, я вам рассказывала? Помните, я вам рассказывала, что я 3 дня перемалывала блендером, замучилась, не знаю как. И нашла я в Мигросе, 16 лир стоит, 0,5 кило. Купила также авокадо себе такое спелое. И купила зенджифил, корень. Корень какой? Господи. Забыла, друзья, как называется по-русски корень. Ну, В общем, друзья мои, буду готовить себе вкуснятину. Иду сейчас домой и приготовлю себе оладушки из Нохута. Кстати, там впереди магазин, где я упала. Не хочу его проходить. Сверну на базар и куплю себе болгарский красный, зеленый. Иду сюда. Хачапури. Видите, как научились. Готовят хачапури. Пришла я домой, распаковала свои сумочки. Покажу сейчас, какой нохут продается вот именно у Ну. Очень вкусный. Готовить и полезно, и не поправишься. Калорий мало. Сейчас я готовлю себе по моему рецепту. Именно не по моему личному, а вот нам прислали же меню. Вообще, в последнее время мой личный завтрак, обед и ужин – это настоящий шедевр. Я столько любви вкладываю во все. Посмотрите. Вот такой вот сейчас у меня будет завтрак из 3 яиц. Сейчас я это помешаю авокадо половинку с чесночком, оливковое масло и с зеленью, с огурчиком, помидорчиком. Все это покушаю. А ашкему я купила на базаре там.
гюзлеме из картошки и такой, как хачапури. Я показывала, все-таки вернулась я и купила для него одну штуку. Гюзлеме стоит 5, а хачапури вот такое с сыром стоит 2 лиры. Но она мне по 3 взяла с меня, ну, бог с ним. И вот сейчас я буду готовить. И с нетерпением ждут. У меня 3 раза в день не получается питаться. Сейчас уже 1:30, я вот только завтракаю. Потом у меня индейка с овощами. Или, может быть, все поменяется. Вообще, я когда шла, вам говорила, что я хочу сделать лепешки из нохута. Но когда купила авокадо, у меня появилась идея покушать его и желание. Поэтому, друзья мои, готовлюсь к завтраку. Вот мои яйца. Сейчас я буду завтракать. Приятного мне аппетита, друзья мои. Так я себя и люблю, и балую. Ой, юзден хапат миш. Да. Сэнда хапат. Зэна хундуич, мучу хапатан рэзда. Знаете, что сейчас тут такое, что-то идет праздник какой-то, музыка была, но как азан начал петь, сразу прекратили. Мы потом продолжим. Дашка, мы продолжим? Привет, скажи что-нибудь. Привет. Привет. Какой, как он сладко говорит, привет. Привет, мой Ашкым. Ашкым, тебя смотреть хотят. Сини из Лемека стер нарчок. Салары. Сыни Эксик Диор. Сын Истимьорсон, ама Эксик. Неден Истимьорсон, Ашками, видеочек мег. Почему, говорю, не хочешь, ты, чтобы я тебя снимала? А ну, скажи. Скажи, Ашка, сой. А, что это геремик, да? А. А, да, не. Геремик, да, у Арда Сына геремик. А, платье свадебное. Кими Алла Джакси, Ашка? Геремик. Эки штырды хава, дельма. А ну давайте посмотрим, что у них на столе. Может, с того окна увижу. Отсюда лучше видно, с этого окна. У нас весело на районе. Друзья мои, посмотрите, какой у нас зум огромный. Сколько участниц? 76 участниц. Очень много новеньких пришло. Прям посмотрите, вот сколько девчонок собрались. Прям я выступила. Девочки все очень активные. Веселые такие. Рассказала им про себя и про клуб мой. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина, свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисование нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Сторис – моя каждодневная жизнь, красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение, а также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана. Посмотрите, какой суп я приготовила сегодня. Курица, грибы,
зеленая чечевица. Зеленая чечевица, обалденный суп. Приятного мне аппетита. Эндеру приготовила вот такой ужин. Видите, тут мелкая такая макарошка, курица, йогурт, солености и, естественно, салатик. Он сейчас только что пришел домой. Приятного ему аппетита! Еще один рецепт из правильного питания, который вот есть у нас в меню, это цветная капуста. Вы знаете, как это вкусно. Ее не надо заранее отваривать, как я отвариваю. А нужно просто перемешать в этой смеси кукурузно-нутовой и со специями вместе обжарить на масле оливковом. Вот так вот очень вкусно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.